Бежит всех. Чек на пол. Так, Лики, расскажи. А вы знаете уже все. Давайте, баб. Лимошка. Да. Качай стан. Я тебе линканул в ПМ, что тебе вот весь спек оставляет, так только вот измени вот это, то, что я тебе написал. Минус один, плюс один. Короче, по станам Selfish Moron все время кружок, трусы лимошка все время. Дилос, ромбик первая я волна, Поклонский вторая волна, ромбик. Так я могу какой-то все волны ставить. Смотри, Олег, пусть Слава станет все кружки, ему удобно будет. Первая валя сразу будет станет. Хорошо, без проблем. Вот этот ты кружок. Selfish Moron, ромбик, верно? Да. Верно. Трусы тогда протопал. И у нас остается три стана, которые буду потом уже распределять. Значит, Поклонский, Дилан, Санти, его по команде. Ну, хорошо. Все. Вон, Филиппец, уступи эту... Ну давай, я уфаюсь и дай ему пойти. Давай, уфайся. Антон, а ты хоть в РК? Я написал, что зашел, на всякий случай. Все, кто уступают, напишите в Гугле, те, кто уступают, что зашли в РК. Те, кому уступили, может быть. Все, это у нас уманите. У меня уже пати, последней пати не видно. Кирилл, смотри, да. Что это, сундук какой-то, иди сюда. Смотри, там стоит сундук залечем, ну, сюда что там, сделал. ДС? Войт, что там, что там? Где? Войт, пошли на дело, блядь, пиздец сундук, я. Где? Офигеть, откуда там появился? Нифига себе. Сука, награбленная. А ну, сука, ложи в ГБ су золото. А все его видят? Я вижу. Что за сундук? Написано каждый раз одно и то же. 450. Этона, ты... Бля, расходимся, нас наебали. Уфайся. Этона, уфайся. На платформе уфайся. Никак вуда не отключить. Вот это паршивый аддон. Вот эксперн можно отключить. Можно комп подключить просто. Что-то там мохнулось, нет? Сейчас посмотрим. Мохнулось, заходи. Так, крали будет квадратом, я звездочка. Идите в РК Макрос, пожалуйста, чтобы эти полноте бить. Бомбы эти, духов. Блин, давай, не знаю, без Макросов, короче. Все зловещий дух. Цель зловещий дух использовать хватка смерти. Антона, выйди из инста. Антона. Из инста, пуск офнись просто на платформе. Видимо, не надо. Думает, дамажить будет. Филиппец уже нервничает. Он Филиппец умрет. Давайте же. А магазин закрывается через 45 минут, люди, блин. Удачи, ты уже не попал на него. Ну зачем ты написал? Филиппец, черточка, это она. Ставь. Потелочка. Сумаем полностью. Признался, да, короче? Да. Лимошка. Давайте шкаф, сумаем лимошку. Чек на пул. Бля, два лока, приходите, ставьте шкаф. Не афкашьте. Я не хочу здесь сидеть 3 часа.
Ставьте шкаф. Пропал Олег. Жаль. Лимошка, ты прокачал стан? В процессе. Давай. Верим, надеемся. Держим за тебя кулаки. И за Португалию тоже. Свечку ставим. Свечку ставим. И не только. Поддерживаю. Ты да? Лабаф обновите, пожалуйста. Сейчас обновят, не волнуйся. Так, давайте. Есть там аддон на фласке? Ну да, вон там. Да сейчас слепить будут. Ласки, анальные ла. Анальные ласки? Выпейте фласки все. Так, все, full buff по рейду, все здесь. Рост с пула и на третьей фазе. Джелли диспелит чуму. Стоим звездочки. Маги не стоят в центре. Сзади не стоят, нигде не стоят, стоят в метке. То же самое Локи. Да, будет НП. Гера, Гера лучше на второй фазе. Да, Гера с пулом. Все, я пошел запускать. Понял. Уже, Лера, обязательно бей, дойди. Да. Даже если я никому с этим случаю. Не, вы меня путаете своими приколами, когда стоите в середине, в мили-зоне и еще где попало. Ты в мили-зоне метку поставь. Да, сейчас. Ралли, на тебе метка. Все же подтвердили готовность. Ты пройдешь через... А что мне делать-то? Крик на меня, не забывайте. Причина хп били чаш, что ли? Еще ж, ну все, наверное. Подрезание Валька. Ауры. Ну, ауры. Или может конь стоит у тебя. Говорят, попал в рубеж. Праведно. Праведно включили лимошка. Елю, давайте его вытащим. РДД перебежали. Давай, забирай шаркаря, чума 5 секунд, смотрим. 2, 1. Security, чума. РДД перебежали. Чутка дальше проведи трэш от РДД зоны. Все, останавливайся. Встали звездочку. Звезду встали, экономим дистанцию. Звезду, ло. РДД перебежали. Так, выносим чему 2 секунды. 1-0. Дилос. На мел. На трешке. Так, забирай трэш чумой. Милики перебежали. Милики, ловушка. РДД скинут. Второй шаркарь, РДД перебежали. Забирай второго шаркаря. Чуму выносим сейчас. I'm sorry, чума. РДД перебежали. Так, иди. Трэш на край. Звездочку встали.
Дело, сдавай каплю на протопала. Сейчас будет ловушка. Мелики ловушка отбежали. Мелики ловушка отбежали. Поклонский, давай каплю на протопала. Мелики ловушка, все на край. Уведи. Протопал, какую сторону? В другую сторону, уведи трэш. Так, норка. Лилия, гимнаману. Раньше набрали все. Блин, чума по рейду пошла. Диспельте по рейду. Немножко выйди. И лично. Присты, ханты, бьем кинетику. Один. Богдан, Inner Security. У нее 80%. Заливай. Откатился. Головин забил дубль. Последний дух. Так. Пурики, добивайте духа. РДД тоже милики под босса. Шары, помогите мне слить. Пул, ДД в шар. Становимся звездочку. Лимошка, смотри внимательно, только не под рейд выводи духа. Звезду встали. РДД добить духа. Все, подводи. Лимошка, встань в звездочку. Так, кружок войд. Ромб, селфиш, трусы лимошка. Играем вали. Ой, я в кружке прилетел. С центра всем выйти. С центра всем выйти. Оскорнение 2 секунды. Вышли с центра. Макси, оскорнение. Играйте через ромб. Трусы добить 100 тысяч. Так. Веди лича в центр опять. Становимся так же, как на первых вальках. Те же самые станы. Так, лимошка, дашь сакру под осквернение, мастер аур паладины. Осквернение выносим. Порталы выносим, осквернение. Вышли с центра, играйте в кружок. Через трусы играем. Поклонский, стань трусы. С центра всем выйти. Замедляйте трусы. Ромбик теперь добить. Так, не успели. Играем дальше. Нет, успели. Скорнение 3 секунды, потом идем в центр. Так, все в центр. Встали в звездочку. Играем в вальки. С центра всем выйти. Дотайте все вальки. Маги, присты. Пять секунд осквернения. Три, два. Ром добить. Трусы всем на рейндж. С центра выйти. Трусы добить. 100 тысяч. Так, давайте все в центр. По гимноману. Секьюрити, давай гимном. Тотем ставь. Богдан, заливай иннер шамана. Становимся как на первых вальках. Звездочку встали. После валик будет сразу осквернение. Сакрон на вальках. Центр всем выйти, осквернение. Смотрим, осквернение. Вышли с подваль. Все, отлично. Играйте в ромб. Дотайте все хвалик. В ром 200 тысяч. Трусы добить. 300 тысяч в трусы. Так, сначала осквернение 10 секунд, потом вальки. Все на рейндж, центра всем выйти. 5 секунд осквернения. Потом идем в центр. Смотрим осквернение, Макгрегор. Становимся как на первых вальках. Станы... Баха демона нет.
плохо. Играем дальше. Жали. Кром трусы играем. Ромб играем. О, нет, ты что? Трусы. Трусы 300 тысяч, оскорение 3 секунды, всем разбежаться. Разбежаться всем. Отошли от Дорна. Чё? Переводить надо. Не слышно? Не знаю. Стань Вальки переводим. 2%. 1%. Так, по-моему, лок. Немножко сакру. Все на рейндж. Давайте, все на край. 40%. Станьте вальки. Все на край. Сейчас спою гимн Эмана. Инстинкт отдал, блядь. Пою гимн. Пою гимн. Эй, ты там, сори. Макси, поднимай Фердинанда. Играем в вальку. Листы все гимноман успели. Играем в звездочку. А тяни дальше духов, чтобы Макси смогла реснуть Фердинанда. Тягиваем, протягиваемся дальше. Вставай, Фердинанд, захильте его сразу. У нас демона нет, что ли? А, нет, есть. У него выпьет духа постоянно. Играем духа с меньшим хп, это звездочка. Заберу четвертый. У кого еще из гимноман успели? Так, давайте. Секунд. Шарик, только бьем. Духов не бить, духов не бить. Звезду поставлю на себя. Кружочек будем бить. Не, сначала квадрат, потом кружок. Так. Кресты все иссушения, звездопад тоже. Встали звездочку у портала. Убежали. Залил ману. Так, кому-то могу залить, сейчас залить. Рога завис. Есть сакра. СС раздавали? Тише. Да, раздавали по-старому. Ягер, повесишь СС на Войдбиста. Фердинанд на Макси. Тула давали. Второй СС на мне, Олег, давали по-старому. Нет, ладно, СС. Хорошо. Когда дадут СС? Тише. Никогда уже не дадут, побежали дальше. Сейчас будет выход с комнаты. Бьем только духов. Будет осквернение, смотрим внимательно. Вышли. Абдот или Лича, играем в квадрат. Следите за хп протопалах и Мишки. Мишка 20% хп. Давайте. Дамажим квадрат. И все идем на другую сторону. Лимошка, уводи кружок. Милики ушли, бить Лича. РТТ добиваем духа. Милики ушли от духа. Поднять рогу? Пока нет. Осквернение смотрим. Осквернение не по духу выносим, главное. Лимошка, иди взрывай духов. Чё ты там встал? Ё-моё. Ну? Вы чё? Вы чё делаете? Лимошка. Ты тут? Добрый вечер. Отбежали от духов заново. Веди на другой край Лича. В кружок веди. Лимошка, ты слышишь меня? Протопал, короче, не взрывает духов. Кресты, короче, взрываем. Все очень плохо. Давайте звездочку становимся. Кирилл, ты тут? Да, Даня. Да, да. Да, Богдан, подымешь его. Ты на платформе? Да. Давайте по краю идем. У нас Гера откатилась. Спасибо за инфу. Надо духа добить сначала, после, наверное. Так, идем дальше. Идем дальше. Духа добьете, там кого-то резнуть могу быстро. Богдан ресает селфиш Марона. И пока все на это. Побежали дальше. Макси, подымешь тогда Лили еще. Я даже подымала Лока. А, все забыл. Вот, будет время, поднимешь Лилю. Отбежали в звездочку, духи спустились. Лимошка, иди взрывай духов. Не взорвешь, мы здесь вайпнемся. Прожимай срезку, взрывай. Давай, щит мстителя на духов. Мастаун.
Два духа еще. Идем на другой край. 300 тысяч духа. После следующей комнаты рост. Добейте гнев. Все. Все, идем взрывать духов. Осквернение смотрим или зоны. Пробафайте рогу. Бафайте пристаба в лапу, кулак, каску по роге. Ну, два духа не взорвал еще. Отходим от духов. Давайте звездочку. Иссушение, звездопад в комнате. Есть тиннер. Тиннер, секьюрити. Давайте звезду все. Так, сейчас выйдем с комнаты, духи пойдут на нас, мы идем на другой край к звездочке. И Геру можно дать. Пробежали, давай сакрой мастер аур. Спокойно, все живы, идем дальше. Фердинанд только получает урон. Давайте еще 13 секунд. 11. Да, плохо, пробежали дальше. Так, все живы. Выход с комнаты, смотрим. Уходим от духов к звезде. На все забили, идем к звезде. Ставь тотема возле лича и давай рост. Смотрим за осквернением сейчас. Великий внимательно. Ну, замедляй их, лимошка, щит мстителя. Я грустный. Потихоньку в виде лича сейчас будет осквернение. 5 секунд до осквернения. Духи спускаются. Отбежали осквернение Мелизона. Отбежали от осквернения, от лужи. Просто отбегаем, не прыгаем. 55 секунд до берсы. Ничего страшного. Три духа в рейд идут. Караул. Лимошка, ты сильно далеко бежишь встречать. Так, сейчас будет комната. Ну, уже была неудобно. Каску пороги в комнате сейчас. Каску пороги теперь. Мы выходим с комнаты. Надо по захильте рейд. Поклонский, ты прожимаешь на себя бабл после комнаты, таунтишь на себя лича. Есть сакра. Говори, как дать. Фердинанд, ты просто хороший чел. Скажу, когда сакру дать. Стоим, ждем, впереди бомба. Что там, 4%, да, или 3%? Побежали. Ему надо добить 4 ляма. Я могу потанчить всего 12 секунд, только сейчас скажи, потому что нет. Есть, нет, есть сакра. Поклонский. Есть сакра. Поклонский сначала. Смотрим. И все на рейндж разбегаемся. Поклонский, давай. Отбежали к звездочке, отбежали все к звезде. Поклонский, давай. Все к звезде отбеги. Бежим, лимошка взрывает духов. Бейте сильнее лича. Где у вас прожимай бабл таунти. Лимошка таунти на себя. Я... Камня так и не было. Бабл кто-то последний. Анти. Сейчас добьют. Я прожал и... Ебал. Ничего, бейте. Сука. Он еще сейчас осквернение будет кастовать. Сейчас добьют. Бабл кто-то жмите. Убежали от духов. Пак е. Пак е. Ребята, извините за это. Извините за первых духов, ну, я что-то увлекся, короче, гневным и проебался, сори. Да, с первых. Нет, да. Ты каждый раз далеко будешь их встречать, ты должен перед рейдом стоять. Что, заходить, погодить, заходить сейчас на... Сейчас вам скажешь. Побольше практики нужно, и все норм будет. А вот они это... просто над тобой пролетают в рейд. А вот это персонаж Джерри. Видели... Так, ответьте на вопрос, за сколько, с пола ребра, сколько прошло времени? 3 часа. Ровно 3 часа? В 7:30 примерно мы начали. 3 часа 10 минут. А, ну, 580 к. Где-то 3, да. Сейчас 2:50. С первого трая. Он говорил мне 510, так что, ну, БДК по сравнению с Мишкой просто, ну, делается особо. Просто мне надо сейчас отойти, скажите людям, когда там офаться, когда заходить. Вы можете сейчас офаться. И готовится заходить.
Ну, крикните тогда. Так, мы пронесли клубу 19.46. То есть мы... Два... Там сейчас... чуть меньше трех часов получается, если перерыв не учитывать. Ну, с пола ребра 2 часа 49 минут, плюс дисконт 5 минут, ладно. 2.40, 2.35 где-то выходит. Там все люди офф на диске. Сейчас. А что, офф на офф-то можно, да, сейчас? Да, офф эти. Смотрите, сейчас. У вас Макгрегор офнулся. Меня офф что-то за... Да, да, офнулся. Сейчас офнусь, скажу, 15 секунд. Какие количества вообще? Скажешь, и мы можем заходить. Кто там не офнулся. Пожелаю, готов? Я всегда готов вам ебать. Заходить? Нет. Он вихрь кастует уже там. Блин, гоните по валькам, Рон. Мой тофнулся, короче, если что там. Скажите, когда заходите. Зайду на слово пока. Кирилл офис, подождите. Кирилл офис. Уступал Кирилл слот. Кэш уступал. Заходите. Так, а МЦ... Подождите, Кирилл офис. Пускай его ходите, заходите, только не бейте. Ой, что, можно заходить или нет, не слышно? Да заходите, да. Уже. Этона заходи. Этона тоже заходи. Только лича не убейте. Так. Все, Кирилл лохнулся, Машулечка. Да, заходи. Машулечка заходи, да. Машуля тоже заходи, последняя. А лича не бейте, да, или что? Да, че они там зашли? Да, все зашли. Короче, за трав выпил 6 банок быстроты, блядь. А лича, бить или нет? Да, бейте, наказывайте. Покажите отхил за Вильфин. Первый. Сколько там лича лямов? Сейчас 10. Че WhatsApp там на боссах, как на личе хилить? Нормально, нет? Нормально. БДК. Можем даже сейчас в рейс не сходить. Отличается чем-то? Да сложно сказать, но нормально, но не сложнее, чем БДК. Вообще показалось все практически так же. Мне лута трансроли или передай мне. Заходить можно уже? Ну, тебя выкинет они. Короче, те, кто был на чего, я просто их покикаю. Не-не, я получаю, да. На... Что-что? Я получаю ЕП на ДК, а не на друида. Я в РК писала перед началом. Плюс они, тогда я возьму тебя. Я тоже на сову. Друида моего кикни. Тоже на сову. А я на мага зайду. Ты разродил. Что сказать, можно? Это Олег кикает Дилваса, я сейчас за шамана зайду. Случайно дали мне ответственного за лут. Олег, слышишь? Я уже все заходил, да. Кинь на мага мне ИП. Заходить можно, да? Да, можно. Что, получилось еще? Люди. Да, уже все получили. Кто не зашел еще? Я сейчас. Я захожу, у меня там загружается. Че, я резко вылез? Перенос. Конь. Что ролить? Я не была на попе. Это сколько... Какой трай это был? Первый, блядь? Да. Да. Один вайп на профи.
2-2. На профиловую это было. А, 2-2. Супер, супер рейд. Счастливый Мишка. Походу, лут... А, Марина, ты видишь лут? Да. Короче, Теренас я могу отдать только тем, кто убивал лича с пула. Ну да, кто не офис, конечно. Не знаю, сколько-то набить, понимаешь. Покоритель кому-то надо? У тебя тоже нет лути. Ну, потом попробуй дать стэц. Ну, кому-то на оф надо. Сейчас холод вроде бы. Нету там осколка. Лимошка, тебе надо теренос на оф? Да я хилом как не собираюсь. Ладно, играть. Я офаюсь, на приста мне накинешь. Больше мне некуда. Блин, может, да как нет там сделает... осколка? Слушай, вон осколок лежит, я же вижу. Хила. Он же никому не нужен. Заскринить могу тебя. Какая-то... Джерин, я тебя не вижу в луте. Теренос не могу тебе передать. А осколок видишь? Давай, я сейчас передам Джерину. Лут, может, он увидит, осколок передаст тебе. Так Джерри, он же перезаходил на вару. Вряд ли увидит. Дай осколок этому лимошке. Кто в цифре лут, может, он сам блин. Сможет все взять. Или ответственного ему, может, он сможет себе забрать. Нет, но я как бы вижу, что он лежит. Такая трагедия. Подожди, тогда давай я тебе передам. Держи, смотри так.